ничего. Папа, что ты там делаешь? Сейчас кепку ему папа сделает. Свободен. Ты пошел? Да. А может сандалики? Ой, эти галуши. Ты кроссовки галуши. Хочешь? Хочешь кроссовочки? Да. Иди. Так что у нас тут рабочий день. Мама с папой уже наносили петрушки. Будем работать, да, мам? Конечно. Всем привет. Почем же сейчас петрушка? По 8 рублей сдали. Пучок же, да? Ну, да. На опте. Да. Яблоки мы по 40 сдали. Малина ремонтантная. Но все равно такая с кислинкой. И вот еще растет. А вот перчика еще сколько. Навязалось. Тепло же. Да ты красный какой красивый покраснел. А здесь вот поливается свекла. Помните, мы сажали с детьми? Здесь прям радугу видно. А тут как красиво, гляньте, петрушка, аж ряды смыкаются. Ждет нас, когда мы ее вырежем. Красота! Зай, ну да. Что, тут рыба есть? Ты видела, какого я окуня вытащил? Какого? Сейчас, он где-то здесь. Вот он. Да не надо, тут сейчас убежит. Да не убежит, он не такой уж и резкий. Ох, вот это вот, ля. Угу. Я еще большую красноперку, она уже в руках, я хотела ее туда опустить, а она из... вырвалась. Прям такая огромная была. Да ты че? Здорово. Я вон на глубине, я понял, где они сидят. Ага, вот только аккуратно в камыши, хорошо? Ну тут же так и надо. Да? Вот. Гриш, только сядь, вот так не стой, ты меня так пугаешь. А чего? Потому что... Малька я тогда поймал, я его выкинул. Так они там в камышиках сидят, да? Ну, в камыши им же засаду нужно, если на красноперку нападать. Вот они там и сидят. И ниже красноперка поверху плывет. Так кто там сидит? Ну, окунь. А-а-а. Он же внизу и в камыше. Угу. А красноперка поверху плавает. О, поймал. Класс. Покажи кого. Окунь. Окунька? Окунь. О, по этому можно узнать. По плавникам? Ну, вот, плавник, сверху, ага. Острым. Я заглотил. Угу. Ну, на червя? Да, на червя. Твой маленький аквариум, да? Ну да. Они в пресной воде. Им бы пресной воды купить аквариум. Что, еще поймал? Вот так вот. Все хорошо. Тихо. Запутал меня. Он тебе или ты его? Он. Подожди, меня... давай я тебе помогу. А он и... А я его. Помочь тебе? Главное... Окуня не отпустить. Ты говоришь, да отпускай его. О, тоже большой. Угу. Какие они большие. Так тоже будем солить сегодня? Ну да, сегодня. Нет, ты большие какие. Вот таких мастика ни в коем случае нельзя отдавать. Да. Я понял, как ловить окуня. Вот здесь вот он клюет. Угу. Засада хорошая. Угу. Добычу ищет. Как его называют? Как они там ходят по воде? Водомерки. Ну, я не знаю, как их называют. Водомерки? Водомерки.
Так, ну что, я сейчас на обед буду готовить. Это тушеная картошка. Сейчас я ставлю в мультиварку на режим подогрев. И все, и к обеду она будет как раз горячая. Так, я сейчас еще на обед буду запекать уже маринованную готовую курочку, ну вернее цыпленка. Вес вообще 100 кило. Это цыпленок табака, именно Кавказ изготавливает. Так что сейчас все это в такую вот маленькую формочку разложу и будет запекаться. Так, компот. Поставила еще вариться, который называется, знаете как, надгрызанные яблоки. Все, что дети понадкусывали и не доели, все в компот. Так, все, курочка готова. Компотик охлаждается. Сейчас буду воду менять на холодную. И картошка тоже подогрелась. Будем сейчас кормить Григория. О, аж горячий. Нет, ну он такой теплый, но не сильно прям горячий. Я-то его остужала уже. Так, у Григория сейчас 11:30, обед, потом умывать. Война, война, обед по расписанию. Да. Давай, я пошла тебе гладить вещи. Угу. Давай, уже обуваться. Да ты не подлечишь безлимитный интернет. Никогда. В школе он тебе не нужен. Мне нужен безлимитище! Ну не в школе же, сынок. А почему не в школе? У тебя безлимитище, он, смотри, полный портфель учебника. Безлимитище. Бывает. Еще лучше. Давай обуваемся, сынок. Мама, еще лучше. Свой портфель учебников тебе дать. Мне? Да, тебе. Вот это будет безлимитище. Да. Мама, у тебя же есть? Когда твой телефон будет моим, тогда... Ну это ж не от телефона, это же от симки, от номера. Короче, ты мне... Это у меня то, что... будет интернет. Давай, он тебе сейчас не нужен, Гриша. Когда я буду в 4-м или в 5-м уже. Гриша, это мы будем смотреть на твое поведение, на твои оценки. Давай, не смотри. Пошли. Бери портфель. Так, все, Башка с девочкой отвезут Григория в школу. Я буду считать петрушку. Навязали. Это вы где, в Тимашовке, да, семена? Цветочки, да? Это что такое, тоже как сухоцветы или нет? Или ты просто какие понравились? Это дают мне грустки. А, просто так дают? Мы купили химию. Угу. Женщина говорит, нате, это... вам подарок. Подарок, да? Да. Угу. Так а в пакете что там? Опять мы приехали фотографироваться. Вчера не сфотографировались, да? Теперь сегодня. Ну, дядя вроде бы сказал, что приедет. Антоша, не надо, вылазим из машины. Антош, вылези, пожалуйста, из машины. Давай, выходим. Я поеду за дядей. Давай, выходи на дорогу. Поеду за дядей. Я сейчас его засниму, как он едет. Ты видел? Угу. Вообще ужас, да? Да! Нет, я вам мокик. Нет. Так, ну что, наконец-то мы дома. Дети ужинают. Сделали мы эту фотографию несчастную. Ну, вернее, там их 6 или 8, я уж точно не помню, но нам надо только 2. 100 рублей стоит вот этот вот распечатка фотографий. Сфотографировали Антошу очень долго. Около получаса. Мы уже и в магазин сходили. И вообще, и этот кулер, который там стоит, мучил просто детей. Им хотелось пить каждые 5 минут. Ну все, теперь все покушают. Все попили, как хотели. Да! Нет! Да! Чего ты? Да! Я хочу поцеловать! Кого? Кого? Все, давай, кушать. Так, мамуля доделывает. Это какой? 35-й пучок, да, щавля? И все. И домой, да, вам? Домой да. Вы что, Степа петрушку только взял, да? Да, да, да. Еще одна. Рассказывай, ты куда собрался? Открыл, а так делил. Сам открыл? Да. Так ты с кем поедешь? Мамой. Нет, с кем? Бабаком. Нет, с кем? Дедоком.
Ну что, мальчик? Мальчик? Все, говори, до свидания, дед. До свидания, вот как. Серега там отходит. А, пошли сейчас до папы сходим, да? Да. Все, давай. Сейчас он обуется, дедушка. Все, закрывай дедушку. Дедушке уже пора домой. Папа. Подожди, отойди от дороги. Все, пойдем, где там папа, посмотрим. Да. Какая из них? Ну, вот эта, что на слабое. Пропадает? А, вот, да, березка. Будешь листики собирать, и что будем с ними делать? Кушать. Кушать? Да. Да их же нельзя кушать. Это надо в баню идти с этими листиками, да? Да, кушать. Нет, не кушать, да. Гляньте, какая красота. Уже желтеет береза. Чей любимый? Малабинный мати. А ты чей любимый? Малабинный. Мама, мне мне. А? А мне мне. Кого? Мяби. Снять тебя? Да. А что ты будешь говорить? Мя, покати, ми. А, просто сфотографировать тебя? Да. Ну что, пошли одеваться? Да. Молодой человек, а можно я здесь накрашусь, а? Нет. Почему? А могу там руки. А что вы там слушаете, молодой человек? Улитку. Кого? Улитку, улитку. Улитку, улитку? Да. Вот это море ты слушаешь? А? Море слушаешь? Нет, улитку, где море, а вот. Где на море она живет? Да, море. А где море вообще, сынуль? Ну, да. А где мы бегали, да, мы. А с кем мы ездили? По мамой. Только мамой. Так, ну что, все, я буду краситься. Сейчас поедем в Краснодар. Надо, я не помню, или этот раз, или следующий. И уже последний кредит за телефон, за Сержунин. Я точно даже не помню. Но, в общем, поедем сейчас кредит платить. Так, все, я собралась. Опять мое походное платье. Но мне очень нравится. Походе. В общем, все, я немножко подкрасилась. Немножко подкрасилась. Так что сейчас поедем платить кредит. Да! Ту-ду-ду-дум. Ту-ду-ду-дум. Не, на Красную площадь. Поехали? Нету парк. Парк? Да. Да ты ж только на море был. И на Бондюэле. Ты был на Бондюэле? А где Бондюэль? Бондюэль там в Титаровке. А только лекала. Такого деля. Да? Да. Ты куда хочешь? Возле главного? Что там были, да? Свободные? Все? Пошлите. Что ты в микрофоне, давай. Приехали и даже, как ни странно, встали на главный вход. С улицы Дзержинского. А мы поспали. Да, детки все поспали. Вообще, меня аж завораживает это небо. Тебе нравится? Стоим, ждем папу. Здесь куча мороженого. А Афоня смотрит, как делают муссовые тортики. Сейчас я вам сделаю так. Делаем. Так. Так. Вот Антош, не трогай только пальчиками, ладно? Только ты трогай. Смотри. Угу. Все, я покажу. Можно мне еще мороженое? Вот такое. И вот, мам, вот. Фруктовый лед, пломбир в шоколаде или фисташки с шоколадом. Иди сюда, папа, иди, Гриша. Мы пришли платить кредит.
А тут же я не знаю, котик. А давай поменяемся. Тут дом есть. Вот. А тут есть моя вещь. Вот у Линго. Вот это? Да. Он тоже там? Угу. Ты чё, брат? Так, ну что, все, мы идем обратно. А мы хотели кушать. А Антошка хотел кушать, да? А мы не хотели кушать. Мы хотели еще посмотреть объектив на фотоаппарат. Ну что-то там такие за 40. Короче, чересчур, знаете, легче новый фотоаппарат купить, чем объектив. Так что пока еще подумаем. Я почитаю еще в интернете, где у нас в магазине. Потому что здесь только МВидео. И все.